выступление Государственный концертный оркестр Белоруссии, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Белоруссии Михаил Финберг. Концерта ведет диктор центрального телевидения, заслуженная артистка РСФСР Светлана Моргунова. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, жители Витебска, участники и гости фестиваля. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, сегодня второй день работы второго всесоюзного фестиваля польской эстрадной песни. Сегодня, по традиции, концерт членов жюри.
Очень напряженный день был у членов жюри. Прослушано 25 солистов, 11 ансамблей, участников первого тура фестиваля. Все члены жюри вам очень хорошо знакомы, а новая встреча со старыми друзьями всегда бывает приятной и радостной. Давно знаю членов жюри и я, так как мне неоднократно приходилось вести авторские вечера, сольные концерты, представлять их на различных конкурсах, на фестивалях. И поэтому простите меня, пожалуйста, если я со многими членами жюри буду на «ты». Итак, председатель жюри, народный артист Советского Союза, композитор Игорь Лучинок. Игорь, ты народный депутат СССР, и это налагает, естественно, большую ответственность на тебя. И в то же время ты много времени этому отдаешь, и своей непосредственной работой приходится, наверное, заниматься мало, да? А вот как ты сочетаешь свое творчество с ответственной миссией народного избранника? Ну, я могу сказать, что я год работаю в Верховном Совете, принимаю участие активное в общественной жизни. Но я хочу сказать, что это очень нелегко. Но я рад, что я нахожусь в гуще жизни, в гуще событий. Постоянно нахожусь среди людей, а это помогает мне при создании песен и музыкальных произведений. Хочу представить твою новую песню. Игорь Лучинок, стихи Олега Жукова «Остров». Поет дипломант международного конкурса «Шлягер-90» Александр Солодуха. Мы все спешим, спешим, время поймать хотим. Ловим, но не всегда попутный ветер. Сколько так можно жить, вечно бежать, спешить? Остров счастливый я хочу открыть. Где этот остров? Где этот остров? Где этот остров? Близится листопад. Жизни хочу иметь совсем немного. Окон знакомый свет, дом, где не скажут нет. Остров такой ищу я много лет. Где этот остров? Где мой далекий спасительный остров? Мне отыскать этот солнечный остров? Будет непросто, будет непросто, будет непросто. Мне, чтоб счастливым быть, немного нужно. Верю я, жизнь щедра, может, уже с утра остров счастливый свой увижу я.
я. Где этот остров? Где этот остров? Где этот остров? Где мой далекий спасительный остров? Мне отыскать этот солнечный остров. Будет непросто, будет непросто, будет непросто. Солнечный остров. Спасибо. Игорь Лушинок. Дорогие друзья, у каждого из нас есть дом детства. Об этом моя новая песня на стихи Николая Третьякова, премьера песни «Дом детства моего». Эту песню исполняет молодой белорусский певец, лауреат Всесоюзного телевизионного фестиваля «Товарищ песня» Владимир Провалинский. Озер берез, дом стоит, где жил дерез. Там хрустальные дворцы, и там воздушные мосты. Там я взрослым стать хотел, там в мечтах на Марс летел. Вел волшебный звездолет, дом позвал меня в полет. Детство дом, старый дом, сколько нежности в нем. Зовет меня к себе, часто видится во сне. На скамейке у ворот мое детство встречи ждет. У взволнованных рябин буду я стоять один. И придет из тайных снов моя первая любовь. Детство дом, старый дом, сколько нежности в нем. Обжигает душу зной. На крыльцо выходит мать сына взрослого встречать. Много видел городов, разных улиц и домов, но милее нет его дома детства моего. Детство дом, старый дом, сколько нежности в нем. Композитор Олег Иванов. Олег, я знаю, что ты несколько раз был участником фестиваля «Зеленая гора». А что тебя связывает с польской песней? Ну, я думаю, что как...
Думаю, что, как и большинство сидящих в этом прекрасном зале, меня связывает непроходящая любовь к прекрасной, мелодичной, романтичной польской песне. Действительно, в позапрошлом году я принимал участие в работе жюри конкурса советской песни «В Зеленой Горе». Правда, это был конкурс такой региональный, перед финальным «В Зеленой Горе». А потом уже в качестве гостя присутствовал на фестивале советской песни «В Зеленой Горе». Ну, хотелось бы сказать, что в разные годы некоторые мои песни звучали на фестивале «В Зеленой Горе». Если вы не возражаете, я сейчас кое-какие из этих песен своих напомню. Просто обязательно дать. Я песней, как ветром, наполнил страну о том, как товарищ пошел в войну. Не северный ветер ударил в прибой, сухой подорожник траву зверопой. Прошел он и плод другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной. Но песня взлетела, мой голос огрел. Мы старую дружбу ломаем, как хлеб. Чтоб дружбу, товарищ, пронес по волнам, мы хлеба-горбушку и тут пополам. Коль ветер лавина и песня лавина, и тебе половина, и мне половина. От меня до тебя шагать целый год, это в лучшем случае. От меня до тебя тайга и моря, и пустыни жгучие. Но любовь стоит на том, что тропинкою пусть завьюженной до Сатурна дойдет пешком и концом принесет до нас ужиной. Как из клетки горлица душенька туша, из веселой горницы ты куда ушла? Я брожу по городу в грусти и слезах, а голубых глазах. С кем теперь не волишься, ты моя печаль, распустила волосы по белым плечам. Хорошо ли без меня, слово из меня, аль моя любезная вольна без меня? Словно тысячи весен назад, птицы с юга на север летят. Не хотят задержаться нигде, а торопятся к талой воде. Связана радость и беда. Шалая вода, талая вода, от меня вчерашнего больше нет следа. Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все, я себя от тебя отучаю. Отучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отучаю от плеч и от кос отучаю. Унижаться любя не хочу и не буду. Я забуду тебя, я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь. Только как я уйду, если ты не уходишь? Живет в белорусском полесе кудесница леса, оленяся,
считает года по кукушке, встречает меня на пушке. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в поднебесье. Олеся, 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 останься со мною. Олеся, как сказка, как чудо, как песня. А по селу молва волной плывет, по поводу, что поводу идет. Ох, первая красавица села, что замужем пока что не было. А у крыльницы льется то ли стер, а то ли из ведра, да через верх. Вода, вода, студеная вода, что пролилась недаром из ведра. Вода, вода, студеная вода, что пролилась недаром из ведра. Марьино, где я с тобой гулял, как зарево, как марево, пылает краснота, пылает, разгорается, как первая любовь. А гармонист старается забыть под песню боль. Заплетает краснота, 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 я тебя напрасно ждал, все вздыхал, все страдал. На звезду, что упадет, в Краснотал я загадал. На заваленке старушки, дед, тетки, репетня, на заваленке частушки распевают до темна. На заваленке пригрелась, почитай, что вся семья. И если весна здесь запелась, подпоет деревня вся. Заваленка, заваленка, шумит о том, о сём. Беда горой с плеч свалится, и все пойдет, пойдет. Эх, заваленка, заваленка, вся рядышком родня. Потесни, заваленка, своим признай меня. Ох, потесни, заваленка, своим признай. Затоплю пожарче печь и погрейся домовой, а потом схожу на речку за водою ледяной. Рот березовых подбавы, золотых поленьев шар, а потом на стол поставлю старый русский самовар, а потом на стол поставлю русский самовар. А печки-лавочки, эх, печки-лавочки, на печках ласково поют свершки. Ну а на лавочках насядут парочки, подвиньте чуточку, старички. Ах, печки-лавочки, эх, печки-лавочки, на печках ласково поют свершки. Ну а на лавочках насядут парочки, подвиньте чуточку, старички. Пара, папа-папа, папа-папа-папа-папа-папа-папа. Все. Едвига Поплавская и Александр Тиханович. Дуэт, который мы много лет знаем и любим. На фестивале дуэт представлен в различных аспектах. Во-первых, Едвига является членом жюри, а во-вторых, театр песни
созданный Едвигой Поплавской и Александром Тихановичем, является одним из спонсоров нынешнего фестиваля. И в связи с этим вопрос. О вашем театре песни, Саш, ты? Пожалуйста, дело в том, что наш театр для нас это дело новое, необычное, и как в любом новом деле масса трудностей. Но есть, конечно, и успехи. Вот Саша Солодуха, который пел недавно, он недавно был в Ленинграде. Да, в Ленинграде и выступал на международном фестивале «Шлягер 90», стал дипломантом этого фестиваля, артист нашего театра, нам это очень приятно, мы его поздравляем. Мы работаем с группой «Счастливый случай», которую я сейчас большим удовольствием приглашаю на сцену. Это очень... Пожалуйста, группа «Счастливый случай». Замечательные музыканты. Мы подготовили для фестиваля специально вот песню, своеобразное продолжение «Москвы прибоя» на стихи известного поэта Николая Третьякова. Кстати, мы с ним очень много сотрудничаем. Называется она «Вспоминай». Минуточку. А солистов у вас много? Солистов? В общем-то, да. Мы и... Солодуха. Солодуха, группа «Рефлекс». Есть еще пародист у нас, Владимир Радивилов. Ну, а остальные, будем уже надеяться, более мы... полный театр. Да, да. Пожалуйста. Бродили мы у скал, обитель все кричал, прибой у ног шумел. И голос твой дрожал, рояль ночи звучал, нам Леша Глызин пел. В той песне о любви себя узнали мы, как можно не узнать. На краешке земли, под шум морской волны, так хорошо молчать. Вспоминай, вспоминай, иногда вспоминай. Пляжный берег морской, летний солнечный рай. Вспоминай, вспоминай. Прицепил легкий приз, мы с гор спускались вниз, вокруг поля весной. И зелени карниз над головой повис, вокруг земной покой. Пусть только для твоих, для нас с тобой одних, артист ночи поет. Прощанье близок миг, и сердце рвется крик, взлетает самолет. Вспоминай, вспоминай, иногда вспоминай. Пляжный берег морской, летний солнечный рай. Вспоминай, вспоминай, иногда вспоминай. Пляжный берег морской, летний солнечный рай. Вспоминай, вспоминай. Вспоминай, пляжный день, постой,
солнечный рай. Вспоминай, вспоминай, иногда вспоминай. Пляжный берег морской, нежный солнечный рай. Вспоминай, вспоминай. Еще одна премьера песни. Композитор Александр Морозов, поэт Сергей Романов. «Солдатский роман». И на дожди печальные сменился летний зной. И я сказала ему: прошу тебя, останься. А я сказал: любимая, поехали со мной. И пели трубы медленные на маленьком перроне, и пели под гитару мы: прощай, страна чудес, и гасла чья-то звездочка на ясном небосклоне. И дав гудок пронзительный, отчаливал экспресс. Готов караван, уходит в туман, а мне не забыть солдатский роман. Прекрасный, как сон, как майский тюльпан, солдатский роман.
член жюри, заслуженный артист СССР, композитор Александр Морозов. Саша, у меня к вам вопрос. Какие знаменательные события произошли в вашей жизни в последнее время? Знаете, этот год был особенно дорог мне на события, потому что в этом году я получил звание заслуженного артиста РСФСР. Это первое событие. Еще спасибо. Спасибо. Второе событие не менее радостное и, может быть, грустное немного. Я в этом году отметил 20-летие своей творческой деятельности. Вот. И, наконец, третье событие. Это недавно в Москве, в концертном зале «Россия», состоялся первый в моей жизни авторский концерт, в котором прозвучали песни, написанные за многие годы. И я очень рад, что в этом концерте приняли участие такие популярные певцы, как София Ротару, Ярослав Евдокимов, Николай Гнатюк, Иосиф Кобзон, Марина Капура, группа «Форум», Тихонович и Поплавская и многие-многие другие. А сегодня, если вы не возражаете, я напомню некоторые, тоже как Олег Иванов, свои песни, которые прозвучали в этом концерте. А если вы их будете узнавать, если вас не затруднит, дайте мне об этом, пожалуйста, знать. А то ведь как-то композитору всегда хочется знать, знает зрители песни или нет. А когда вы слушаете и молчите, об этом очень трудно судить. Ну или подпеть, или как-то найдете форму. Как. Попробуем. Уходят наши годы.
глазах твоих небо синь, ты любовь моя, долгожданная. Не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Завтра, завтра ты ко мне вернешься, завтра наши улицы пройдешь, завтра ты мне снова улыбнешься, завтра, завтра. Белая ночь опустилась, как облако, ветер гадает на юной листе. Слышу знакомую речь, вижу облик твой, но почему это только во сне? Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Не жалей ты листья, не жалей, а жалей любовь мою, а жалей любовь мою и нежность. Не сжигай последний мост, подожди еще немного в темноте при свете звезд, и найди ко мне дорогу, не сжигай последний мост. Ты танцуешь, а юбка летает, голова улеглась на погону, и какая-то грусть нарастает с четырех неизвестных сторон. Фантазер, ты меня называла, фантазер. Мы с тобою не пара, ты умна, ты прекрасна, как фея, но я люблю все сильнее. Крылы, в мое окно не бьется, мой голубь сизокрылый, он будто бы смеется, мой голубь сизокрылый, он ласково воркует, мой голубь сизокрылый, он меня целует. Отчалила последняя комета, над морем разливается покой блокада, падет низкая лестница, восьмое чудо света, а может быть девятое, не стану утверждать. Здесь, на этом фестивале, очень много звучит песен, но они почему-то в основном звучат вот с этой эстрады. А вы же тоже, наверное, умеете петь, и многие не хуже поют, чем участники этого фестиваля. Давайте сейчас послушаем, сейчас нас смотрит вся страна по второй всесоюзной программе, пусть послушают, как поют витебские. Если мне посчастливится, что вы поможете мне исполнить несколько моих песен, хотя бы одну-две строчки из той песни, которая вам будет знакома, несколько фрагментов, давайте рискнем.
Говорят, что если ждешь, то желание забудется. Хорошо, что ты живешь. Хорошо, что ты живешь. А пока-пока-пока, мушка. А пока-пока-пока, мушка. Пока рулы. Реками жизнь. Вот так же, когда-то сюда мы бегали. Ребята, глаза блестели, как агаты. И на щитах играла. О-о-о. И смеется за окном девчонка звонко. И есть тебе простая радость у Жегош Скалинский и группа «Комби». Жегош, у меня к вам тоже будет вопрос. Назовите, пожалуйста, наиболее популярные группы, ансамбли, работающие в жанре рок-музыки. В Польше, конечно. Ну, я думаю, что это будет группа ТСА. Они играют метал. Думаю, что это будет Леди Панк, Грегор Сиховский, Ломбард, Байм, ну и Папа Дэнс, но они более поп-группа. Ставьте, пожалуйста, ваши песни. Первую песню, которую мы будем исполнять, она под заглавием «Без шанс». И вторая, я не знаю, как это будет по-русски, но по-польски это «Не тыкальни». Самый шлепный раз до нас.
Лора Квинт.
Ты написал достаточное количество популярных песен, которые исполняют, опять же, популярные артисты эстрады. Но многие композиторы, работающие в песенном жанре, обращаются, если можно так сказать, к крупным музыкальным формам. Например, зрители Москвы, Ленинграда прекрасно помнят большой успех твоей оперы «Джордана», которую ты написала специально для Валерия Леонтьева. И в связи с этим вопрос. Собираешься ли ты работать и дальше в этом направлении? Да, собираюсь. И должна сказать, что я написала недавно новый мюзикл, а если быть точнее, то мюзикл ужасов для детей и взрослых. По сказке Гауфа «Карлик Нос». Наверное, с детством многие помнят эту сказку. Для одного молодого артиста, который исполнит заглавную роль. Дело в том, что этот артист, я о нем скажу буквально несколько слов, дебютировал в опере «Джордана», и у него была очень трудная задача, потому что ему пришлось играть на сцене в созвездии таких актеров, как Валерий Леонтьев, Лариса Долина. Но он с честью справился с этой задачей, а впоследствии стал одним из победителей «Юрмалы 89», получил приз московской прессы «Открытие года», стал лауреатом конкурса «Гостелерадио» «Магический кристалл». И я хочу представить сейчас нашим зрителям. Для вас поет лауреат всесоюзных конкурсов Андрей Биль. Долго я таю,
где лишь песня эта. Будет утро, будет солнце, откроет тьма.
композитор Максим Дунаевский. У композитора Максима Дунаевского есть много песен, которые стали шлягерами. А вот интересно, сам композитор какую любит больше всего песню? Это очень сложный вопрос, но мне кажется, что все-таки хотелось бы так думать, что ту песню, которую я полюблю больше других, она еще не написана. Ну, а если серьезно, то как раз я сегодня свое выступление построил из тех песен, которые я отдаю предпочтение. Я сейчас подойду к инструменту и попробую исполнить попурри, которым уже выступали сегодня многие композиторы, члены жюри. Два композитора, члены жюри, но, может быть, еще кто-то будет выступать с попурри. Я думаю, это не случайно, потому что сегодня как бы члены жюри такой своеобразный отчет делают зрителей, отвечая на вопрос, такую, знаете, как говорится, «А судьи кто?». Конечно. И мне бы хотелось, чтобы мои любимые песни, если вдруг окажется, что среди них есть и ваши любимые, то как-то меня в этом поддержали, чтобы сегодня я не остался одинок в этом. Сегодня у нас зрители очень активные, поэтому я надеюсь, что они помогут. Хорошо. Пожалуйста. Пора, пора. Со старой колодой хоть один да найдется клиент. Ваши рани чудес невозможны, постучится хоть кто-нибудь к ней и раскинет она и разложит благородных своих королей. Ну что сказать, да что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет, желают знать, что будет, желают знать, что будет. Пиявки да лягушки. Фу,
такая гадость. Эх, жизнь моя жестянка. Ну ее болото. Живу я как поганка. На нас небес вода. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. У дороги птица, пора птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, вчера сел ладонь мою. Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись. Тот лист приснись, пока дуга качается окно.
Владимир Корч. Владимир, подойдите, пожалуйста, ко мне. Я знаю, что многие артисты исполняют ваши песни в Польше. Я знаю о том, что и многие артисты ваши песни исполняют в других странах. Да. А вот какая самая любимая певица или певец, наиболее ваш авторский замысел воплощает на сцене? Мне кажется, что Алиса Маевска. Я с удовольствием приглашаю на сцену Алицию Маевскую, члена жюри фестиваля. Алиция, я знаю, что сегодня Алиция Маевская исполнит песню, за исполнение которой на международном фестивале в Гаване она была удостоена гран-при. Назовите, пожалуйста, эту песню. Эта песня, конечно, Владимира Корча, из текста «Немецка цыгана», называется się «Яка ружа, так и чернь», по-русски «Какая роза». Нет, такой кольцо. Шипы. Такой шип, да. Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. To był ten ich słynny lot, 2 na 3, wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic, 3 tuziny swych lat. To, co bolało, znikło już. Mimo to woda, taki brzeg, nie dzieli nic. Jaka pościel, takie sny, nie dzieli nic. Nawet to, co jest. Thank you.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Thank you.
подойди к микрофону. Сюда. У меня такое ощущение, что в Витебске только цветы и дети. Идут годы. Ты продолжаешь работать на эстраде. Последнее время много времени уделяешь педагогической деятельности в институте имени Гнесина. Но, кроме того, и в последнее время зрители познакомились с песнями, написанными на твои стихи. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновило на поэтическое творчество? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что вдохновило отсутствие тем, лирических, хороших тем, которых, очевидно, мне не хватает. Но, если говорить честно, это, конечно, все не всерьез. Я достаточно иронично отношусь к этому занятию. И если вы позволите, я сейчас вот в таком ключе спою одну песню. В ней ироничное такое настроение. Написали мы ее вместе с Вячеславом Добрыниным. Его музыка, мои слова, называется она «Пустые разговоры». Нам нет пути уже назад. И говорить не надо резко, кто прав теперь, кто виноват. Чему теперь пустые разговоры? Чему теперь напрасные слова? И эта затянувшаяся ссора, ведь ты-то всегда права. Поверь, нет зла и нет обиды, вот тот скорее тебя поймет. Не надо только делать вида, что и тебя он вроде ждет. Чему теперь пустые разговоры? Чему теперь напрасные слова? Затянувшаяся ссора, ведь ты-то всегда права. Чему теперь пустые разговоры? Чему теперь напрасные слова? И эта затянувшаяся ссора, ведь ты-то всегда права. Грубо светят фары, нетерпелив твой новый друг. Прощай, счастливой будьте пары, ведь это дело ваших рук. Чему теперь пустые разговоры? Чему теперь напрасные слова? Затянувшаяся ссора, ведь ты-то всегда права. Чему теперь пустые разговоры? Чему теперь напрасные слова? И эта затянувшаяся ссора, ведь ты-то всегда права. Ведь ты-то всегда права. Ведь ты-то всегда права.
заслуженная артистка РСФСР Надежда Бабкина. Звучит романс Александра Розенбаума, который посвящен Надежде Бабкиной. Thank you.
любовь лебединым крылом. И растаяла в небе несбывшимся сном. И растаяла в небе несбывшимся сном. Являешься художественным руководителем ансамбля «Русская песня», и так или иначе вся твоя жизнь связана с фольклором. И тем не менее, сегодня ты член жюри конкурса «Эстрадные песни», и в связи с этим твое отношение к эстрадной песне. Самое хорошее, ведь мне так кажется, что в любой эстрадной песне обязательно присутствуют элементы народной музыки. И я вот сегодня работала в составе членов жюри, и надо сказать, что многие исполнители, которые выходили на эту сцену, обязательно что-то включали вот свое национальное. И это была эстрада. Собственно, я вот сейчас только что спела... Не русские народные песни, это романсы, это тоже эстрада, правда, да? Да? И ну, вторая песня? И вторая песня. Ну, во-первых, прежде чем спеть вторую песню, я бы хотела отметить следующее. Во-первых, поблагодарить государственный концертный оркестр за огромную работу, которую они делают. Это гениальные музыканты, и им аплодисменты. Спасибо вам. И, конечно, дирижеру Михаилу Финбергу, заслуженному деятелю искусств Белорусской ССР. Не любить.
мне бедной нагадает, на какой земле умру. Время жизнь мою качает, как снежинку на ветру. Эх, мама, мама, маменька, кругом белым-бело. Зимой мой домик маломаленький, метелью замело. Шумного пожара сердце гложет и тишина. Разбуди скорей гитару и налей еще вина. Может, я сумею написан композитором Лорой Квин на стихи Денисова. Член жюри фестиваля – поэт Александр Лекчилов. Сегодня вы услышите одну из новых песен, которую мы написали вместе с молодым белорусским композитором Олегом Молчаным. Называется она «Острова счастья». Эта песня из цикла, посвященного 500-летию со дня рождения Франциска Скорины. Исполняет государственный ансамбль «Песняры», солист, заслуженный артист Белорусской ССР Валерий Дайнека.
свидания придет. Художественный руководитель государственного ансамбля Белорусской ССР «Песнеры», народный артист Белорусской ССР, заслуженный деятель искусств Польши Владимир Мулявин. Володя, совсем недавно в Москве прошли концерты коллектива, который создан тобой, юбилейные концерты, которые я, к счастью, вела, и назывались эти концерты
песнярам 20 лет. Немногие коллективы могут похвастаться таким долголетием на эстраде. Может быть, ты поделишься секретом долголетия песняров? Ну, особого секрета здесь нет. Наверное, потому что мы никогда не изменяли. Мы не изменяли себе, нашей песне, нашему пути. Это очень сложный путь и трудный путь. Но мы поем свои песни, мы никого никогда не подражали. И, наверное, так будем продолжать. Наверное, поэтому так мы существуем уже 20 лет. Так держать и дальше. Спасибо. Представь, пожалуйста, следующую песню. Эта песня, мы споем две песни сегодня. Это будут новые песни, потому что мы в прошлый раз показывали свои песни уже. Эта песня написана Игорем Полевода на стихи белорусского поэта Петруся Макаля. Монолог собаки. Отчуваю на смак, я житё отчуваю на нюх. Я ворушечный свой ланцуг, выглядаю, кого я все. Только если дае мой друг, а стать меня воронил все. Только если дае мой друг, а стать меня воронил все. Я сгодомой породы, я сгодомой породы, я сгодомой породы, я с породы собак. Я житё отчуваю, я житё отчуваю. Отчуваю, отчуваю на смак. У дворы господарским, у дворы господарским, у дворы господарским, господарским зуб. Я же все отчуваю, я же все отчуваю, я же все отчуваю, отчуваю на нюх. Выращаю листуйте укусить. Сразу умолю, кто на земле, сразу умею мое быть. Я пытаю, а вы ж смогли на карачках все жить. Я пытаю, а вы ж смогли на карачках все жить. Я с ведомой породы, я с ведомой породы, я с ведомой породы, я с породы собак. Я житё отчуваю, я житё отчуваю, я житё отчуваю. Я же все отчуваю.
такая сложная обстановка в стране, что, наверное, предугадать никто не сможет. И, наверное, приходится, наверное, молиться. Я сейчас спою композицию одну. Она в стихи написана в 16 веке нашим классиком белорусским Миколой Гусовским. Из поэмы, поэма про зубра, молитва. Называется она «Дева Мария». Точно светила над нами, и ты нам защита.